Друзья, всем доброе время суток. Всех приветствую на канале. Всех приветствую на Баренцевом море. Вот такая сегодня у нас погодочка. Просто шепчет. Вышел я посидеть вечерочек с сеточкой. Вот поставил уже сеточку. Ничья 40. Пока шел обратно. В нее уже попался чир. Небольшой такой чирочек. Но попался. На первых минутах рыбалочки. Волна прям на сетку стала падать. Только что ее не было вообще. Ребята, ловим. Друзья, в какой-то момент опять говнопром ее выключилось. В общем, попалась трисишка. И все в самом конце сетки. Не знаю, в какой момент выключилось, видимо, это или нет. Один уплыл. Пришли обратно. Опять уже был. Возможно, тот же самый. Ну что ж, проверим еще разочек. Но что-то опять шнур весь сверху стоит. Вот опять никого нет. Перед этим был заход практически пустой, две камбалки. Глядим снова. Медузка маленькая плавалась, кажется. Маленькая, красненькая. Да уж, камбала тоже пропала. Ничего нет. Офигеть. Какая погода, и не глаза. Шло, наверное, минуток 20 тоже. Что-то непонятное творится. Вот. Прошло еще минуток 15. Думал уже матывать сетку и идти домой. Подхожу, тут хвостик торчит. Я, может быть, еще чуть-чуть порыбачу. И так что-то совсем рыбалка не задалась. На 2 часа на рыбалке попало всего 3 сига и 2 чера. Сейчас посмотрим, что тут еще. Какой хороший хвостик тут. Ого, какой смачный чир, ребята. Вот такой. Наверное, килограммчика полтора. Как только вытащить, блин, собаку. Thank you.
давай. Пошел. Пакетик. За сетку. Ну, ребята, хороший чип. Попался. Глядим, что еще как. Есть ли нет у нас тут. О, это кто у нас? А вот и амулетчик. Как раз. Все-таки попался. Можно все-таки показать вам, в чем у них разница. Ну, где-то еще кто-то бьется. И это явно не вот этот крышочек. Блин, что с этим курюхом не так-то? Вот тут кто бился. Ой, какой-то небольшой чурок опять. Ну ладно, вроде как сдвинулись хоть с мертвой точки. Блин, что-то мелькнуло так что и ушло тут же. Горячий закатик. Мелкий был. Корюханчик, наверное, тоже. Чего они такие активные в последнее время? Нет, ребята, зельдинка. Одна попалась. Так, посмотрим рыбок, как вам обещал. Красный, крупный пример один. Омут. Это омут. Прямой рот, ровненький, сам он толстый. Спина у него зеленовато-черная. Все время толстый, как сосиска, как колбаса. Круглый пошли. Так, чир. Этот всегда темный. Коричневый какой-то. Морда вот такая тупая. Тупонос. Вот, маленького. Интересная, тупенькая бородочка. Так. Ну, себя, наверное, в принципе, знают все. Вот сик. Морда простая, остренькая. Самый, в принципе, такой. Не такой, конечно, как омут. Но толстенький тоже. А небольшой чир. Узкий. Вот когда уже такой, там уже толстый. Ну, а когда вот такой, грамм 500, может, 400. Он узенький. Ну вот, собственно, изучили. Есть еще у нас Нельма. Но она в красной книге. Ловить ее нельзя. Поэтому мы ее не ловим, собственно говоря.
а не потому совсем шана у нас не ловится. Ну что у нас? Еще один черок. Копилку. Наверное, ведро не добиться. Наверное, через полчасика сниму, приду домой. Ну все, ребята, снимаю я сеточку. Повалю домой. Нифига, что сегодня не ловит. И странно, даже нету комбовы. Ножка маленькая, тимать. Рысок сюда. А. Расшаталось. И все, народ. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, смотрите другие видео. Всем пока-пока.